В рамках проекта «Городская среда» одинцовские активисты «Единой России» держат на партийном контроле процесс обустройства системы ливневых стоков в деревне Салманово. С просьбой наладить водоотведение местные жители обращались к председателю фракции «Единой России» в окружном совете депутатов Вячеславу Кирееву. Вдоль дороги на протяжении 150 метров силами МБУ благоустройства Одинцовского городского округа уложен закрытый коллектор, который через прокол под деревенской дорогой отводит воду в сторону ручья.